Заходишь в выставочный зал Щелковского историко-художественного музея, и первая мысль – как чудесно. Весна за окном и весна в зале. На стенах яркими солнечными пятнами удивительные живописные работы художницы из Сергиева Посада Екатерины Чекалиной. Позитивизм – так искусствоведы называют ее стиль живописи. Каждая работа наполнена теплом, светом и цветом. И весна, и золотая осень словно светятся изнутри, даря эту солнечную энергию зрителям. Екатерина и сама постоянно улыбается. А в ее палитре есть все краски, кроме черной. Даже в картине под названием «Ночь» ни одного черного элемента. Но, несмотря на кажущуюся простоту, сюжет картины Екатерины поймет не каждый. Этим работам этикетка обязательно нужна. Потому что очень интересно себя поймать, когда ты смотришь на работу, сравнить, правильно ли ты понял художника. Потому что названия некоторых работ вообще просто удивительные. Вот кажется, как бы мог выглядеть нарцисс, оказывается, вот так. Здесь происходит удивительно, что каждый может все-таки прочитать по-своему. Но мне бы хотелось, чтобы вы увидели мое прочтение, и наши с вами взгляды совпали. На живописных полотнах Екатерины Чекалиной нарочито утонченные барышни в кокетливых полосатых чулочках и королевских гофрированных воротниках безмятежно спят, играют в шахматы, катаются на самокатах, пьют кофе, музицируют, мечтают. Их образы собирательные, фантазийные, чего стоит одна только серия «Ботаника», в которой художница изобразила портреты цветов. Пастушья сумка, гладиолус, нарцисс, подснежник, астра или вот горный эдельвейс. Недоступный цветок, да? Но для меня еще это как способ покорить вершину, да? То есть получается, то есть, как девушка недоступна, цветок недоступен, но тот, кто поставил для себя цель, он может покорить вершину. И такой покоритель вершин, такого, ну, то есть такая картина родилась. Персональная выставка Екатерины Чекалиной называется «Калейдоскоп сюжетов» и насчитывает 43 работы. Во время авторской экскурсии по ней зрители спросили, что вдохновляет художницу, где она берет образы для своих сюжетов. «В любом месте и в любое время», — отвечает Екатерина. «В кафе, на прогулке, в поезде, на отдыхе». Бывает, что приходит просто фраза в каком-то контекст моей жизни, и я за нее цепляюсь и начинаю дальше раскручивать сюжет. Екатерина Чекалина родилась в Чебоксарах, детство провела в Сергиевом Посаде, училась в Абрамцевском художественном колледже имени Васнецова и в Академии художеств имени Репина в Санкт-Петербурге. В ее активе множество выставок в России и за рубежом. Кроме того, она сама преподает, наставляет юные таланты на художественный путь. Коллектив историко-художественного музея разработал экскурсии и квесты по новой выставке. Их посетить будет особенно интересно. Работать выставка будет до 20 апреля. Ирина Микеда, Щелковское телевидение.